Летний интенсив. С сегодняшнего дня при Бендерском дворце детско-юношеского творчества и его филиалах открыты лагеря отдыха для школьников от 7 до 12 лет. В течение ближайших 10 дней ребят ждут игры, конкурсы, увлекательные экскурсии и познавательные занятия. Микрорайон Ленинский. Музыка, шутки, веселье, детский смех и улыбки. Филиал ДДЮТ «Алые паруса» распахнул свои двери. Летний лагерь отдыха – приятный и полезный отдых для маленьких бендерчан. Наша основная задача – отвлечь детей от компьютера, чтобы дети научились общаться между собой вербально, а не через интернет. Мы стараемся их научить дружить, мы стараемся научить их что-то делать своими руками. Так как уже прошло 2 месяца после школы, дети немножечко отвыкли, мы хотим им напомнить, что такое изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, что такое подвижные игры. Внимание, начали! Давай! Перетягивание каната, игры с мячом и скакалкой, эстафеты, веселые старты. Занятий сегодня много, впрочем, как и все эти дни. Развитие не только физическое. Филиал работает круглый год. Все основные занятия перенесли на летнюю площадку. У нас будут мастер-классы, у нас будут занятия декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, танцевальные флешмобы, хореографические всевозможные соревнования, спортивные соревнования, игры, эстафеты. Также у нас будут всевозможные кинофото, выставки, викторины, просмотр мультфильмов. Будут экскурсии, будут выезды в кинотеатр, выезды в библиотеку, посетим конный клуб. Очень много всего интересного. Поддерживать детский интерес будет дружный коллектив. Хореографы, методисты, педагоги по ЭЗО и декоративно-прикладному творчеству. Валентина Кравченко в профессии уже десяток лет. Преподает тестопластику, ведет кружок «Юный художник». Учит детей видеть красоту окружающего мира, любить свой край и родную природу. Сегодня вот мы запланировали рисовать с детками на асфальте. Тема такого вот мероприятие. Рисуем на асфальте лето. Любимое время года, как правило, детей. Деткам очень-очень нравится. Они ходят с удовольствием, особенно малыши. Глазки открыты, очень большая заинтересованность. Мирославе и Еве только по 6,5 и ездят сюда из других микрорайонов. Сдружились и хотят, чтобы лето не кончалось. Ведь в этом лагере столько интересных занятий. Мне нравится заниматься гимнастикой, рисовать, еще я люблю танцевать, петь. Я люблю петь и рисовать, еще обожаю математику, рисование, еще люблю прописи писать и люблю читать, и еще люблю ходить на гимнастику и на танцы. И всем этим тут можно заниматься, да? Да. И так целый день. Маленькие непоседы тоже устают. Набраться сил помогает вкусное и полезное питание. Готовят школьные повара. Ну а после обеда – городские мероприятия. Сегодня ребята посетят городской кинотеатр. Елена Леонтьева, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.